Капнул бы там просто бездорожье. Катится как по асфальту, даже лучше. Всем привет! Первая зимняя поездка, 1 декабря. Вчера выпал снежок и начинает уже таять, блин. Вон там, в Тигровом, сейчас такая красота была. Надо было вылезти там, да и ехать. На деревьях такая пороша, такая... Столько снега, такая сказка зимняя. Ах, ну ладно, что. Сейчас с Наречного до Красноармейского. На Сучанскую дорогу, железку, решил не ехать там, потому что перевал с ручьями. Поеду потихоньку до Фридмана и в Тигровое. Так, вот этих нам братьев не надо. Вот эти должны спать уже, по идее. О-хо-хо! Я же прикатал шиповку вчера. 50 километров проехал. Вот сегодня первое крещение ее будет. Зимнее. Ай, красота. Тут снега, надо сказать, побольше, чем Новонежное. Каши нам не надо. Можно ехать нормально. Ух, отлично. А? Вспоминаю перекресточек. Летом я тут отдыхал. И осенью тоже ехал тут. Отлично. Плоскач, наверное, километра на 3. А то и больше. Такая аллея сейчас будет. Покажу. Ни разу не снимал здесь. Расстегиваемся. Видимость, наверное, километра 2. Вон туда. Кайфово, но жарко. Резина как раз таки нужна. Вот она. Рабочая ее поверхность. Вон, знаете еще. То есть вот эта вся дорога сплошная лужа. Вообще для зимы вот. Идеалочка. Термобелье влагоотводящее. У меня памперс. Флисочка. Разной толщины. На холоднее, на потеплее есть. То есть одеваешь там с утра. В зависимости от погоды. Но вчера было минус 15, что-то 16. Я так подумал, ну ладно. Ну а сегодня тепло нормально. Вот все. И ветровочка тоненькая, вообще летняя. Воздушная. Просто от ветра, чтобы защищало. Лучше потратить минут 10-15, зато переодеваться надо, потому что потеть нафиг оно надо. Ты прям перегреваешься, и дискомфорт полный. Под низом лед везде. Прям тонким слоем снег и лед. Справляется шиповочка прям. Шиповочка гребет, зубастая. Просто не хочется с пробуксовкой шипы вырывать. Такая вот образцово-показательная должна быть поездочка зимняя. Подъемчик не кончается. Надо создать участок тут, посмотреть, кто ездит. Наверное, немного людей. Поехали вниз. Обалденно. Под низом лед. Его прям видно. Вон, проскакивает прям. Проблескивает. Опа! Хорошо. Глаза слезятся от холода. Прям заволакивает с это. Слезами. Нормально. О, лед. Колеи старые видно. От предыдущего снегопада. И здесь меня водой напоили, чаем. У меня чуть кончилась вода. Спасибо, что напоили. Вон Читинза. Красота. Ну, как бы тепло, но снег не тает. Так что прям превратиться в кашу пока такого нет. А дальше целина. Все как я люблю. Как классно, ребята, а? Как классно. Потери жидкости идут приличные. Потом просто под конец дня, если мало пить, будешь такой вообще разбитый. Нормально. Вообще. Опа, там вода. Вот такого не надо. Первый день зимы какой-то теплый сегодня. Вчера и то холоднее было. Все равно на шиповку надейся, а сам не плашай, потому что
Лед штука такая коварная. Перетормозишь — тоже плохо. Ух, ой, как хорошо. Ой, глаза заливаются слезами. Опять эти обхилы. Закатил кое-как там. Целина. Вот это хорошо. Прям так ровненько-ровненько. А? Как по треку. Снег за счет того, что он рыхлый, свежий, звука никакого абсолютно под колесами. В пригороде Владивостока еще надо постараться, чтобы найти такие дорожки целинные. У-ху! Заячьи следы. Вот хвост, лапы. Тут или один, или их так много здесь было. Или один бегал, тут суетился что-то. Не всегда, конечно, хочется заезжать по камням. Резину хочется поберечь. У-ху-ху! Во-во-во-во-во-во-во-во! Воу-воу! Там лед! Огонь! Надо поаккуратнее здесь лед, потому что может быть пустотелой, провалишься просто через руль, как долбанешься. Сопли текут, слезы. В маске, конечно, получше, но нормально, да. Давно в колеях не ездил. Еду нормально, тут решил что-то перестроиться, ага. Перестроишься тут. Тишина. Про что я говорю, что едешь, не видно же, что там, какой лед, белый, не белый. Прям зима. Первая зимняя покатушка должна быть такой, по классике. Да, красоту уже он поздувало, видно. Но еще осталось. Фу! Обалденно, а? Опа! Лед, под низом лед. Опа! Заднее колесо в занос. Ледок. Аккуратно тут. Снежок еще не осыпался до конца. Вот это лепота, а! Вот. Что-то такое вот я видел. На электричке ехал. И все было вот такое вот красочное, а! Вот это красота! Катится как по асфальту, даже лучше. Мягенько так. А! Вообще. Даже если кочки есть, но они какие-то все такие сглаженные. Так хорошо. Нежданчик такой. Да, по зиме, конечно, хуже нет. Связываться с водой. Обошел в итоге там всякими путями. К вечеру будет холодать. Да здесь как бы холоднее, здесь же выше. Над уровнем моря где-то. Хорошо так выше. Так, еще засада какая-то, блядь. С экскаватором воевать не будем. Гололед вообще, под снегом гололедище. Без шипов Unreal просто торнанет. Ну и тут ожидаемая картина. По воде я не поеду. Куда нафиг топить? В декабре велосипед. Сейчас он полезу наверх. Ну что ты, моя хорошая, ну ты что? Прорвался через мостик. Ни пыли тебе, ни грязи. Короче, обед. Лучше мороз. Все мокрое. Сегодня чай еще не пил. Капель, как будто весна идет. Но нет, нифига. Послезавтра здесь 20-ка ударит. Вообще по классике. Тепло перед снегом. В снег немножко тепло. Вот после снега на следующий день обычно дубак, ветер там. А сегодня что-то прям наоборот все.
Да, наверное, хорошо, что я не полез на сучанскую эту железку. Хапнул бы там просто бездорожье. Там еще лесоповала было много. Да, апхил там и, собственно говоря, и даунхил там такой, что капец. Шипы бы все там оставил просто. Еще и лед, там ручей течет. Лучше туда по весне, по осени. Летом опять же. Обычно после стоянки начинаешь так это подмерзать. Когда садишься на велосипед, первые минут, наверное, 10. А потом нормально. Больше снега прям было бы хуже уже. А вот так вот прям идеально. Я так думаю, нас ждет прекрасная зима в этом году. И замерзнет все хорошо, и снег будет. И по льду покатаемся, и по снегу посмотрим. Пока что все очень хорошо. И лед уже замерзает. Мало-помалу, но уже зима вступает в свои силы. Катит вообще просто как по маслу. Это вам не по трассе кататься. Тут медитативная такая поездка. Снежок падает с деревьев. Тишина. Изредка проезжает машина, смотрят, что за больной едет по снегу. С 2006 года я катаюсь так на шиповочке, даже наверное с 5-го. Ой, как хорошо! За носом! Огонь, просто огонь, ребята! Обалденно! По целине мягче ехать, чем по дороге. Тигровой. В 1907 году основано поселение. Электричка проехала, мог на ней слиться. Но нет, не хочу сливаться. Остановочка. Ночеек. Ветра нет, хорошо. Посидишь так вот сразу, остываешь. Опасно! Опасно! Так вот пойдешь. Неужели восстановили дорогу? Тут плохо было все. Начнет темнеть, наверное, часа через 2 уже с половиной. Надо выбираться. Какой безветрий вообще. Штиль. Не, без шипов вообще нереально просто. Лед везде. Да, все сделали. Засыпали, трубу проложили. Хорошечно. Сейчас, наверное, в Анисимовку выйду, там ветерок, наверное, дуванет мне в лицо с моря. Проехал сейчас столько ручьев, там столько колей, все во льду, в какой-то жиже. Машина на все времена. Куда хочешь проедешь. Перевал Тигровый. Тут что-то дорогу сделали, что ли, в объезд вот этого трэша с градиентом сумасшедшим. Грузовик приехал, судя по следам, оттуда. Так, ну ладно, давайте проверим новую дорогу. Все-таки следы людей оттуда и вот грузовик только что приехал. Видимо, объезд какой-то сделали или что? Опа! Лед. Колея кривая. Диван для Коли тут. Более плавненько так все. Во. Так тут без шипов осталось. Опа,
Ну, дорога похуже, конечно. Ну, не так адово, как там. Вот она основная, это ледянка. Ледянка, реально ледянка. Она вообще ледяная. Нахрен тут ехать. Бобслей нам не нужен. Потихонечку. Ой, бля. Хера тут. Гололед сплошной, просто гололед. Лучше не тормозить передним тормозом вообще. Ё-моё, ледянка, бля. Самое опасное — это ледяные колеи. В колею, в ледяную попадаешь, и пиздец, колесо начинает вот так вот плясать там. Ой, ожидаемо, тут ветерок такой задул. Ух, сейчас в колее кинуло так, что чуть не, руль не вырвало. О-о-о-о-о. О, починили дорогу, о, смотрите. Огонь. Ледяное, все ледяное, просто, просто гололедец. Ладно, там лед, здесь-то что, все во льду. Сплошная вообще. Сейчас уже асфальт будет скоро. Нихера себе. О, отвлекаться херово. Ребята, не отвлекайтесь, катайте нормально. Нефиг видеоблоги снимать. Говноблоги. Смотрите на дорогу. Вот я про что и говорю. Вот эти вот колеи, блядь. Вообще. Стоять-то нереально тут. Вот, что-то туда-сюда кидануло, короче. А бугор какой-то. Херакси, все, уже пошло не по плану. Вот такие вот не люблю я. Свистоплясочки. Ладно, поехали. Все целое вроде. Даже крепление на камеру не сломал. Обычно ломается все. Все ненормально. Группируемся, падаем на бочок. Да, тут как бы с подвохом так разгоняться. Потому что чуть-чуть приходится перестроиться, если хочешь. А там колея, ты упираешься в нее, и херакси падаешь. 1230 метров макушки. Вообще не было почти, смотрите. Надоело мне на трассе шипы точить, поехал я все-таки по грунтовочке. На этой замечательной зимней ноте, хороший такой, я прощаюсь с вами ненадолго, скоро лед. Все холодает, ребята, холодает. Но от этого не становится хуже, и катать хочется все больше и больше. Даже когда холоднее, еще и лучше. То есть нет грязи, вот этой, нет вот этого, блин, мокрого состояния непонятного. Холодно и все. Холодно и холодно. I don't know.